Женщины любят обучать вообще, знаете? Это их природа обучать всех. Вот, вот если есть муж, допустим, или дети, ей надо обязательно их обучать. Ей нравится. Она так счастлива, тогда так вот все происходит. Ворчать не, не нравится вам, что вы ворчите, да? Это очень легко изменить. То есть само обучение не надо убирать, надо просто научиться видеть глубину человека. Надо научиться видеть глубину. И когда вы увидите глубину, вы поймете, почему он вот так делает, а не так. Вот я, допустим, вижу вашу глубину. Ваша глубина такова, что вам очень хочется, чтобы все было правильно. Вы без этого не можете жить. Вот очень хочется, чтобы все было правильно. Ну, я же догадываюсь. Но они же не такие глубоко, вот не так смотрят. Они учатся еще. Вот. У вас такая природа, поэтому вы не можете по-другому жить. Вам надо, чтобы все было правильно. Это ваше счастье в этом заключается. Но если вы сможете увидеть их счастье, и чтобы они вас увидели, как вы говорите, они меня не видят. А если вы их увидите сами, вот какие они, то тогда вам легче будет их обучать. Потому что вы поймете, почему они делают не так, как вы хотите.